Thank you.
Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Прабхупада давал определение бхавы.
Devotional service of ecstasy. Преданное служение, когда вы испытываете экстаз. So Lord Chaitanya would meet different village people. И Господь Чайтанья встречал различных людей, живущих в деревнях. And by them seeing him. И когда они видели его. And by him simply looking at them. И когда он просто смотрел на них. They would get. Они получали бхакти шакти. And immediately they would start ладини самвит. И тут же они получали энергии хладини самвит. Immediately they come. And unfortunately I got a little bit flu. It's actually my good fortune. На самом деле мне очень повезло. So I should be clapping you. Я должен вам хлопать. Because I get to associate with you. Поскольку у меня есть возможность общаться с вами. And that way my bhakti lata bij is watered. Таким образом я буду поливать свою бхакти лата бидж. I read a nice statement in the in that same section, chapter 8, Madhya. Я прочитал замечательное утверждение в 8 главе Мадхья Лилы. It was a very nice statement. Очень такое интересное. A person should always be meek and humble in front of Vaishnavas. Что преданный должен перед другими Вайшнавами всегда быть кротким и смиренным. In other words, you should always be meek and humble in front of Vaishnavas. Перед Вайшнавами вы всегда должны быть кроткими и смиренными. Prabhupada writes, even if you're on a superior position. Даже Прабхупад пишет, если вы занимаете более высокое положение. So in other words, even if you're more advanced. Даже если вы более продвинуты. When you have the darshan of Vaishnava. Когда вы получаете даршан Вайшнава. Meek and humble. Вы должны быть кроткими и смиренными. Prabhupada wrote. Так пишет Прабхупад. And this was in connection with Lord Chaitanya. Respecting Ramananda Roy. И это пишется в связи с тем, как Господь Чайтанья оказывал почтение Рамананда Раю. Lord Chaitanya externally is sannyasi. Внешне Господь Чайтанья он был саньяси. Born in Brahmin family. Рожденным в брахманической семье. And Ramananda Roy is sudra. Рамананда Рай был шудрой. Грихастхой. И грихастхой. That's external. Это внешне. And even internally. Но даже внутренне. Чайтанья Махапрабху is God. Чайтанья Махапрабху это Бог. And Ramananda Roy is Shakti Tattva. И Рамананда Рай это Шакти Таттва. That's expansion of Ramananda. Экспансия Радхарани. And he's not God. Но он не Бог. So in that connection, Prabhupada writes, when you meet the Vaishnava, even if you're superior, you should always be meek and humble. И в этой связи Шрила Прабхупад пишет, что да, когда вы встречаете Вайшнава, даже если вы занимаете более высокое положение, so вы должны быть кроткими и смиренными. I am very anxious to make spiritual advancement. Я очень хочу совершать духовный прогресс. And I pray that you can all bless me. Я молюсь, чтобы вы все меня благословили. That I can remain a servant of Prabhupada. Чтобы я мог оставаться слугой Прабхупады. And his faithful followers. И также его верных последователей. Like Niranjana Swami. Таких как Niranjana Swami. Bhaktivinoda Maharaj. Нирджуна Махарадж, который приезжает сюда, который пригласил меня в Польшу на Woodstock. Но, к несчастью, для меня там слишком много разных волнений. So, yes. So I look forward to speaking every night. Поэтому я жду как, того, как я буду говорить каждый вечер. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Thank you.
Namaha.
Чайтани assumed the form of Radharani. И неожиданно Господь Чайтани принял форму Радхарани. Not Bhav, but Sarup. Не Bhav, а Sarup. The form. Форму. So immediately, Lord, Nityananda stepped back. И тут же Господь Нитинанда сделал шаг назад. To a distant place. Он отошел на почтительное расстояние. Because he didn't want to disturb Lord Chaitanya. Поскольку он не хотел беспокоить Господа Чайтани в таком настроении. Therefore, Radha and Krishna on the altar with Lord Chaitanya is correct. Поэтому Радха и Кришна задумал перед Господом Чайтани, это правильно. If you put Nitai there also, it's Rasabhas. Но если также вы туда поставите Нитинанду, то это будет Расабас. А теперь можно как хотите. Хари Кришна. Они не делают, даже вас не фотографируют, снимают. А мы тут это... Фотографии все уже махараджи. Кришна, Бхутале, Бхутале, Шримате, Шримате, Бхактичирта с вами, Бхактичирта с вами, Ичинамине, Ичинамине, Намасте, Намасте, Кришнападая, Кришнападая, Прабхупада, Прабхупада, Ашитатмане, Ашитатмане, Шигаура, Шигаура, Карунашакти, Карунашакти, Bhakti Chitta Swami, Ichinamine, Shila Bhakti Chitta Swami, Pushpanjali, Pushpanjali. Thank you.
Прабхупада Сарати Махарадж. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare
Are you off?